Здорово, народ. Ну что, сегодня у нас, ну, вроде дождь обещают через много-много часов, но вроде погода сухая. Сейчас пробуем покрасить. Красить будем хитрым способом. Красим только одну сторону, а в местах прилегания полки к полке, то есть вот тут, оставим зелененькой. Красить будем той же компанией. Краска уже колерованная. Не знаю, как называется. Грунт, эмаль, металл, не знаю. 4 в 1. Ну, короче, испробуем. Как мне сказал сосед, он разбирается в красках, что она, как хамерает, сама выровняется и будет прям глянец. Ну, попробуем как, чё. Сейчас мы отрепетируем на этих LDSP-шек, потому что скоро фасады делать. Фасады тоже буду постепенно, то есть попробую, получится, не получится. Нет, будем заказывать. У меня 6 литров. Поэтому, как вы знаете, грунтовки не хватило. Ушло 9 литров грунтовки. И, кстати, была такая проблемка, что которую мне дали компания грунтовка, у нее укрываемость лучше. А которую покупал душманскую по 300 рублей, она там плевалась, там комочки. Поэтому сейчас шкурочкой потрем. И ушло 9 литров. Поэтому, если я одну сторону сэкономлю, то у меня уйдет поменьше. То есть у меня всего 6 литров колерованной белой краски. Фасад не учитываем, на фасад будем они, ну, другого цвета будут, естественно. Поэтому попробуем сейчас, как пойдет. Так. Главное, что во время покраски комар не прилип. Ну, начнем с маленьких. Ну, а дальше по ходу пьесы. Ну, короче, эффект классный. Вообще супер, ложится прям идеальненько. То есть, получается, краска сама себя выравнивает. Смотрится очень круто. Но есть косячок. Вот где есть шпонт, идеально легло. А вот где нету, вот такие пупырышки. Сейчас просто намочу губку и сделаю такие маленькие инъекции. И все. Благо, таких мало, поэтому нормально. Красим мы с одной стороны, поэтому расход маленький. Вот это все покрашено с одной зарядки, то есть это литр ушел. Но вот на большие панели, вот они отдельно, вот эту часть нужно красить одну с двух сторон, потому что она будет снизу, ее будет видно. Нет, все перепутал. Вот эту часть нужно будет красить с двух сторон. Или нет, или да. Короче, что-то надо будет красить с двух сторон, я там сейчас посмотрю, у меня записано. В общем, которые на холодильнике, две полки, да, у нас, которые у окна, боковой части мы видим, и которые под низом все. По-моему, это они, или еще не вынес их. Я уже запутался. Когда буду собирать, будет весело. Ладно, что, а так, в принципе, хорошо идет. Ветра нету. Сейчас будет ночь, мы все занесем. Сейчас я сделаю инъекции, получается, кстати, с верха. А, это полки, от верха. Завтра можно повесить, собрать. А вот эти еще красить нужно с двух сторон. По мере высыхания, чтобы не было полос. Не знаю даже, как красить их. Получается, сегодня покрасить их, занести в дом, потом завтра вынести, утром покрасить вторую сторону и опять занести. И только послезавтра смогу их покрасить. Дичь. Ну, что делать? Красим дальше. Получается, в принципе, неплохо. Мне нравится.
Работаем. Короче, все ближется к концу. Народ становится все больше. Сегодня помогают уже 2 человека. Так, с тебя 1000, с тебя 2. Смотри, сколько краску расходуешь, много. Ну все, кухня добита. Закончили мы. 6 рук. Было весело. Особенно радовал тот момент, когда мы втроем под свет фонаря выгребали кусочки краски. Не хватило вот на одну такую. Ну ничего. Так, непонятно почему, но всякая живность уже прилетала. Не, смотрится классно. Есть блеск. Утром покажу. Сейчас мы попробуем поймать. Ну, короче, видите, эффект зеркала. Вот он вот прям вообще крутень. Ничем не хуже покупной кухни. Плюс здесь покрыта еще грунтовкой и краской. Поэтому она не боится воды, и она не разбухнет, как большинство ЛДСП. И даже там был шпонт, то он, получается, защищен с всех сторон и грунтом, и краской, и он не сможет отслоиться. Такая кухня, ну, лет 10, думаю, прослужит. По крайней мере, пока грунтовка и краска не облезет, а на кухне ничего не будет, потому что это для железа, для улицы предназначено. Поэтому, я думаю, лет 10 можно вообще не париться. Ну, а там же богатей, куплю себе второй дом, а может, вторую кухню. Ну, а завтра будет самое веселое. Все это собрать. Тут все поперепуталось, потому что было не до этого. Ну, ничего, будет весело. И получается, завтра после обеда уже приедет столешница. Но это не точно. Ну все, что? Поработали мы немало. Завтра будет время, посчитаю, сколько квадратов ЛДСП ушло на такую кухню. Так, на всякий случай. Ладно, будем прощаться.
пора спать уже, время почти 12. Соседи помогли, спасибо им. Это, кстати, из рубрики, что менты им помогают. Помогают, видите. 3 дня колупаюсь, всем интересно, приходит попробовать, а заодно и спробовать краскопуль. Ладно, до завтра. Завтра будет сборка. Всем счастливо. Пока-пока.